В парке «Россия. Моя история» отметили 86-ю годовщину со дня образования Приморского края. В начале празднования перед собравшимися выступил губернатор Приморского края. Нам есть чем гордиться. У нашего края удивительная история и богатое культурное наследие. Это достижение в сфере промышленности, сельского хозяйства. И, безусловно, мы все верим в его большое будущее. Ведь самая главная ценность нашего региона – это, конечно, трудолюбивые, целеустремленные люди. По словам Олега Кожемяка, большую значимость для края представляет молодежь. Всего в Приморье проживают 500 тысяч молодых людей. 92 тысячи из них учатся в колледжах и высших учебных заведениях. Это как раз будущее нашего Приморья. Те, кому предстоит строить наши города и поселки, развивать социальную сферу, заниматься производством. Мы верим в нашу молодежь, так же, как верим Приморье. Всем, чтобы через столетия этот город и этот край продолжал оставаться форпостом России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для гостей праздника были организованы мастер-классы и игры. Пели со сцены, проводили бесплатные экскурсии по выставке «Владивостокская крепость». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.